это было? Как это было? Ага, ага. Ага, генерал говорит, дрожите. Или нет, не дрожите. Что тебе казалось? Я стекал на столах, видели какие-то маленькие графинчики. Графинчики? Да, графинчики, но они же пели, они же были как будто бы женщина. Как же хорошо было. Ах, очень хорошо. И много, по-моему, еще чего-то там было отличного. Да не скажешь словами. Не, она не простит. Она не может. В обычный час, то есть 8 часов утра, Степан Аркадьевич Облонский, Стива, как все его звали в свете, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете на Софьяновом диване. Ах, как хорошо мы жили. Нехорошо, что было. Гувернантка и наша мудрость. И что-то тривиально. Боже, ухаживали своей собственной гувернанткой. Тимофей! Бриться! Бесила? Не знаю, мама не велела учиться. Точно не простит. Который час? 12-й, батюшка. Что ж ты, негодяй, меня не вовремя разбудил? Я пробовал, но не получалось. А-а-а. Вам телеграмма. Ага. Ваша сестра Анна Аркадьевна прибывает в Москву завтра. Да. Господи, ты услышал меня. Одна прибывает или супруга? А здесь просто супруга нет. Ну, прикажете им наверху приготовить. Дарья Александровна, доложи. Где они скажут, там и готовь. Дарья Александровна? Ну да, да, иди, доложи. Возьми телеграмму. Стой и жди. Что они скажут? Слушаюсь. Дарья Александровна велели доложить, что они уезжают. Сказали, пусть делают, что им, то есть вам угодно. Да? Ничего, сударь. Все образуется. Образуется. Пойдите, повинитесь, сударь, еще. Авось Бог даст. Детей пожалеть надо. Ну, повинитесь еще, что делать? Любишь кататься, люби саночки возить. Да не примет. Бог милостлив. Богу молитесь, сударь.
Богу молитесь. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Долли. Что вам нужно? Анна приедет нынче. Ну и что же мне? Я не могу принять ее. Ну, однако надо, Долли. Ну. Уйдите! 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 Боже мой, что я сделал? Долли, ну, ради бога, Долли. Ну, что я могу сказать? Одно. Прости меня. Ну, вспомни, разве 9 лет жизни не могут искупить минуту увлечения? Прекратите! Прекратите говорить мне про ваше увлечение! Про ваши мерзости! Доля, ради бога, подумай о детях. Они не виноваты. Я виноват. Ну, накажи меня. Вели мне искупить свою вину. Ну, чем я могу? Я на все готов. Мой муж, отец моих детей, входит в любовь связь с двумя маткой своих детей. Это же мерзко. Гадко. Вы никогда меня не любили? У вас нет ни сердца, ни благородства. Вы мерзкие, гадкие, отвратительные. Вы чужой. Ну да. Чужой. Можете не выходите, не выходите ко мне. Не подходите ко мне. Я уезжаю нынче. А вы живите здесь. Здесь живите. Со своей любовницей. Хороша ли жизнь? Ой, слава богу. После вас никого из господ мастеров не было. Интересно, хороши ли будут? Да хороши, да хороши. Позвольте. Ну давайте же быстрее.
Вот так. Аккурат в размер. Я бы скорее выучилась. Я почему-то уверена в вас. Я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня. У вас нет ничего неприятного. Впрочем, я не имею права спрашивать. Нет, отчего же? У меня нет ничего неприятного. Неужели вам не скучно зимой в деревне? Нет, не скучно. Я очень занят. И надолго вы к нам приехали? Я не знаю. Как не знаете? Я не знаю, это от вас зависит. Глядите, глядите! Мастер! Чемпион! Не убейтесь, Константин Дмитриевич! Тут привычку надо! Одну секунду! Княгиня! Здравствуйте, княгиня! Очень рада вас видеть. В четверги мы, как всегда, принимаем. Стало быть, нынче? Очень рада буду вас видеть. До свидания. До свидания. Прощайте. Прощайте. До свидания. Господи, как же хорошо. Ты Господи, как хорошо, что ты приехал, а? Костя. Ну, а если бы ты знал, какой страшный ужас я переживаю. Ай, ужас. Как я рад, что ты приехал. Ну что, опять не брезгуешь окунуться в наш московский вертеп? Ну, в Англию или в Эрмитаж? Ты ведь любишь тюрьму? Что, Левин, давно ли приехал? Нынче, мама. А ты чего ж сегодня лед отличнейший? И Левин, Левин, какой молодец! Как он съехал с этих ступенек, с каким грохотом молодецким! Ничем не хуже этого хваленого чемпиона! Чемпиона! С его пахитоской. Все с вами малый Левин. Здоровый, краснощекий, сильный, умный. Таких теперь уж нет. Прелесть, просто прелесть. Надеюсь, он к нам зван. Зван. Я только одно хочу сказать. Мама, пожалуйста. Пожалуйста, не говорите ничего мне, да? Я все сама знаю. Ну, хорошо, не буду. Но одно, душа моя, ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет? Про какие-то вы тут тайны? Может, и от меня у вас есть тайны? Позвольте вас познакомить. Константин Левин. Новый земский человек. Заводи. Гимнаст. Одной рукой пять пудов. Поднимает одной рукой пять пудов. Скотовод. Охотник. Мой друг. Может составить нам компанию. Никак невозможно присутствие ждут бумаги. Гаси. Перо и чернила. Позволит заметить, нам удалось добиться получения бумаг из Пензенского губернского управления. Получили все-таки? Да. Ты же мне давал слово, что больше никогда не наденешь европейского платья. Мне очень нужно с тобой поговорить. А, и мне тоже. Если бы знал, Костя, какой ужас и кошмар я сейчас переживаю. Я даже не могу представить, не могу себе же это на секунду забыть. Вот скажи, дай мне совет.
Ну, положим, вот у тебя есть жена. И ты ее любишь. Но ты увлекся другой женщиной. Как тут быть? Извини, но я этого решительно не понимаю. Как бы... Ну, все равно, вот как бы я теперь наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл калач. Нет, Костя. Костя, иногда калач так пахнет, что невозможно удержаться. Ты войди в мое положение, Костя, войди. Посоветуй, что делать. Не красть его калачей. А устрицы? Свежие полученные. Да. Свежие-то свежие. Хороши ли? Фленбургские, ваше сельство. Остинских нет. Фленбургские. Вы же хороши были. Только вчера были. Ну что, пожалуй, начнем с устриц. Мне все равно. По мне лучше всего щи да каша. Да ведь этого здесь нет. Каша а-ля русский, прикажете? Пожалуйста. Нет, без шуток. Все, что ты выберешь, то и хорошо. Я набирался на коньках. И с удовольствием поем. И это правильно, потому что самое лучшее, это самое лучшее, что есть в этой жизни. Ну, любезный, удивляй. Не дурны. А ты не любишь устриц? Или ты озабочен? Да, я озабочен. Если б ты знал, как для меня, деревенского человека, все это дико. Потому что ты дик, Левин. И все вы, Левины, дикие. Ну что, поедешь по тем Щербатским? Непременно. Хотя мне показалось, что княгиня звала меня с неохотой. Это ее манера. Если я получу отказ. Стив. Так мир устроен. Ведь это будет ужасно и для меня, и для нее. Еще что-то должен тебе сказать. Ты знаешь Бродского? Нет. Зачем ты спрашиваешь? Зачем я должен знать какого-то Вронского? Потому что это один из твоих конкурентов. Страшно богат. Красив, большие связи, флигель-адъютант. Вместе с тем очень милый малый, добрый, образованный и очень умен. Это человек, который далеко пойдет. Урожденный аристократ. Интересно, в чем состоит аристократизм Вронского, чтобы можно было пренебречь мною? Ты считаешь Вронского аристократом? Извини, я не знаком с ним лично, но наслышан весьма. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством. Мать которого, бог знает, с кем не была в связи. Нет уж, извини. Аристократом я считаю себя и людей, подобных мне, которые в прошедшем могут указать на 3-4 честных поколения семей, находящихся на высшей степени образования. Они никогда ни перед кем не подлечили, никогда ни в ком не нуждались. Так жили мой отец, мой дед. Мы аристократы. Хорошо, бог с тобой. Знаешь, как я понимаю, Вронский по уши влюблен в Китти. И ты понимаешь, что мать... Нет, извини меня, я не понимаю. Я не понимаю ничего. Ничего. А я тебе сказал то, что я знаю. Но повторяю, что в этом тонком нежном деле сколько можно догадываться? Мне почему-то кажется, что шанс на твоей стороне. Да, брат. Женщина — это винт, на котором все вертится. А то у меня все плохо. Плохо. И все из-за одних. Все от женщин.
Наверное, я не вовремя, слишком рано. Нет. Ну, я только того и хотел, чтобы застать вас одну. Я сказал вам, что я не знаю, надолго ли я приехал, что это от вас зависит. Я хотел сказать, что я с тем приехал, что быть моей женой... Этого не может быть. Простите меня. Графиня Нордстон. А, Константин Гринч, вы опять вернулись в наш развратный павильон. А что случилось? Или павильон исправился, или вы испортились? Китти, ты опять каталась на коньках. И надолго приехали в Москву. Вы, говорят, мировым земством занимаетесь. Так значит, ненадолго вам надолго нельзя. Нет, графиня, я более не занимаюсь земством, а приехал сюда на несколько дней. Константин Дмитриевич, растолкуйте мне, пожалуйста, что это значит? Вы же все про это знаете? У нас в Калужской губернии все мужики и все бабы все пропили. И теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы же всегда мужиков хвалите. Извините, графиня, но я право ничего об этом не знаю и... Ничего не могу сказать. Граф Вронский. Китти, дорогая. Здравствуйте. Графиня, и вы здесь. Очень рад. Позвольте вас познакомить. Константин Дмитриевич Левин, граф Алексей Кириллович Вронский. Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами, но вы неожиданно уехали в деревню. Константин Дмитриевич ненавидит город и нас, горожан. А вы всегда в деревне? Я думаю, зимой скучно. Не скучно, если есть занятия, но и с самим собой не скучно. Я люблю деревню. Надеюсь, вы не хотели бы прожить в ней всегда? Не знаю, я не пробовал подобного. Когда-то я испытал странное чувство. Я нигде так не скучал по деревне, по русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив зиму с матушкой в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете. Да и Неаполь. Сорренто хороши только на короткое время. Но именно там особенно живо вспоминается Россия. И именно деревня. Да, да. Именно деревня. Последнее впечатление, вынесенное им, было улыбающееся, счастливое лицо Китти, отвечавшей Вронскому. И не гожусь я для других людей. Гордость, говорят. Нет у меня и гордости. Если бы была гордость, я не поставил бы себя в такое положение. Да. Она должна была выбрать его. Скучно. Ну, помни, няня. Иди спать. Иди.
надежный человек. Никому и ни для кого не нужный. Что? А вот что! А то, что у вас нет гордости, достоинства, что вы сравните дочь этим сводовством, вот вы, дурашки! Что вы еще все такого сделали? Что вы сделали? А вот что? Во-первых, вы заманиваете жениха. Вся Москва будет говорить резонно. И вы добились, скружили голову девчонке этим Бронским. Да Левин в тысячу раз лучший человек. А это франтик петербургский. Их на машине делают. И все они на одну стать и на одну дрянь. А если так, то надо в деревню ехать. И лучше ехать. Лучше ехать! Ну, папа! Ненавижу нам всем в деревню ехать. А Вронский, он очень хороший. И я вижу, он влюбился в Кити. Понимаешь, влюбился. Да и она кажется. Это вам кажется. А если она на самом деле влюбится? А он столько ж думает жениться, как я. Ах, не смотрели в мои глаза. Охнится, охнобали. А как она в самом деле заберет себе в голову? А? Ну почему ты так думаешь? Да я не думаю, я знаю. На то глаза есть у нас, а не у бар. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные. Это Левин. Или Шпиль. Ну хорошо, закончим это. Давай больше не будем, я тебя прошу. Господи помилуй. Поздно. И прощай. Господи помилуй. Я думаю, он почти не помнит. Отец умер, когда мальчику не исполнилось еще и 3 лет. Я не могу похвалиться тем, что вложила всю свою жизнь в его воспитание. Когда в нашей семье случилась эта трагедия, я была еще, в общем-то, очень молодой женщиной. Вся жизнь, которая происходила в блестящем светском обществе Москвы и Петербурга. Смешно сейчас вспоминать, но все мужчины, встреченные мной на жизненном пути, были от меня без ума. А безумство такого рода, кроме всего прочего, требовали много времени. И по-настоящему Алексей был серьезно воспитан только в пажеском корпусе. Он вышел из школы очень молодым, тут же был произведен в офицеры и сразу попал в колею самых блестящих петербургских военных. И хотя сам по себе Алексей, даже по одному тому, каков он внешне, конечно же, мгновенно выделяется из любой самой блестящей среды, а тем более офицерской. Тем не менее, коллективная мораль этой среды, или даже, точнее сказать, ее природная коллективная аморальность, столь веселы и обаятельны, что, согласитесь, часто трудно бывает им противостоять.
Ваше сиятельство! Ты за кем? Я за матушкой, она нынче должна быть из Петербурга. А ты кого встречаешь? Одну хорошую женщину. Вот как? Сестру. Сестру Ланну. Это Каренина? Ну, ты ее знаешь. Кажется, знаю. Или нет. Право не помню. Алексей Александрович, дядя моего знаменитого, знаешь? Он известен на весь мир. Нет, знаю по репутации, по виду. Знаю, что он умный, ученый. Что-то такое божественное. Паровоз. Анечка, как я рад, что ты приехала. Ну вот, графиня, и все истории наши истощились. Дальше нечего было бы друг другу рассказать. Ну что вы, милая, мы с вами объехали вокруг света и соскучилась. Вы одна из тех милых женщин, с которыми я молчать и разговаривать приятно. О сыне вашем не думайте. Нельзя же вовсе не разлучаться. Монарка и одна из сынов лет 8, кажется. Она никак не разлучалась. И все мучается, что оставилось. Да, мы всю дорогу говорили. Графиня о своем, а я о своем сыне. Надеюсь, увидимся. А ты что, знакомство не в Петербурге? Первый раз вижу. Тихо. Как же хорошо, что приехал. А у тебя, говорят, по-прежнему все тянется, твой Абрахам. Пардон, но там, вероятно, что-то случилось. Куда ты? Господа, я сейчас. Куда вы, господа? Говорят, что он один кормил огромное семейство. А нельзя ли что-нибудь сделать для нее? Опять пардон. Вы передали моему помощнику 200 рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их. Вдове, вероятно. Я не понимаю, о чем тут спрашиваю. Прощайте. Славы мало. Что с тобой? Дурное предзнаменование. Брось вернуть. А ты давно знаешь Вронск? Да, достаточно давно. Он по-своему знаменит в обеих столицах. Мы тут немножко надеемся, что он в конце концов женится на Ките. Ведь в конце концов... По общему, приближаются. Да? Долин все рассказал мне. Долин, мил. Я не хочу говорить тебе за него, не утешать это нельзя. Но мне просто жалко. Жалко тебя всей душой. Утешить меня невозможно. Все потеряно после того, что было. Все погибло. Но, Доля, что же делать? Что же делать? Как найти выход из этого ужасного положения? Все кончено, и больше ничего. Но хуже всего то, что я не могу бросить его. Дети, я связана. Мой муж, отец моей дочки, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей. Это же мерзко, гадко. Она ведь молода. Она красива. У меня моя молодость, моя красота. Взяты кем? Ним. И его детьми.
И ужасно то, что в моей душе вдруг все перевернулось, и вместо нежности и любви к нему у меня одна злоба, да. Я хотела убить его. Слушай, Толь, я понимаю, но не мучай себя. Я знаю этих людей, как они смотрят на это. Они проводят какую-то невидимую черту между семьей и этим. Я не понимаю этого, но это так. Доль, милая, я понимаю твои страдания, поверь. Но я не знаю только одного. Если в твоей душе еще любви к нему, это только ты знаешь. И если есть настолько, что простить, то прости его. И он станет еще лучше. Да. Да, да, да. Он станет чище, он лучше. Да, да, да. Ну? Ступай. И храни тебя Господь. Ну? Стива. Стива. Щербатская. Стави. Так теперь, когда же бал? Бал? На будущей неделе. И прекрасный бал. Один из тех баллов, на которых всегда весело. Есть такие, на которых всегда весело. Не терпи, пожалуйста, волосы. На, вот, Сережку. Как может быть вам скучно на бале? А чего же мне не может быть скучно на бале? Вы поедете на этот бал? Как блаженно ваше время. Помню, я знаю этот голубой туман, вроде того, что в горах Швейцарии. Этот туман, покрывающий все, то блаженное время, когда детство вот-вот кончается. Из этого огромного, счастливого круга, будь становится все уже и уже. И ты входишь через эту анфиладу, и жутко, и весело от этого. Хотя оно и светло, и прекрасно. Кто не прошел через это? Excuse me. Come on, little children. It's time for afternoon tea. Come on, come on. А я знаю кое-что. Мне Стива рассказывал. Я поздравляю вас. Он мне очень нравится. Я была бы рада. Я встретила Вронского на железной дороге. Вчера ехала с матерью Вронского. И она, не умолкая, рассказывала мне про него. Я знаю, как матери пристрастны. И что же его мать рассказывала вам? Многое. Ну, например, что он хотел все состояние отдать брату. Что в детстве он сотворил что-то необыкновенное, вытащил женщину из воды. Словом, герой. Здравствуй, Катенька. Анна, я боюсь, что тебе здесь будет холодно. Я хотел тебя перевести вниз, поближе к нам. Я говорю тебе, что я сплю всегда везде, как срок. Ну, зачем же делать это? Трудности. Можно я все устрою сам? А хотите, я вам Сережу покажу? Он у меня в альбоме есть. Да. Стыдно. Вдруг подумала Анна и удивилась себе самой. Стыдного ничего не было. Отчего-то вспомнила Вронского на вокзале. На этом самом месте чувство стыда усилилось. Тепло, очень тепло, горячо. Неужели между мной и этим офицером, мальчиком, могут существовать другие отношения, кроме тех, что бывает с каждым знакомым. А кто это может быть? За мной рано, а кому-нибудь поздно. А это, наверное, ко мне. С бумагами. В прошлом году. Это
мы с Сережей. Сережа с Алексеем Александровичем. И кто это был, Стива? Вронский. Насчет завтрашнего бала. Почему-то ни за что не захотел пойти. Какой-то он странный сегодня. Хорошо, что вы приехали вовремя. А то, что за манера опаздывать всегда. Куда вас отвезти? Карина тут, кажется. Кинь была в одном из своих счастливых дней. От этого бала она больше всего ожидала вальса. Ей казалось, что именно в вальсе у них с Вронским все окончательно решится. Аркадьевна, тур вальса. Я не танцую, если можно не танцевать. Но нынче нельзя не танцевать. Но если нынче нельзя не танцевать, то пойдемте. Выходите, выходите, изволите.
Акушмен. 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 Пешу давай, пожалуйте. Так, номер 28, бис 16. Именно. Чем-нибудь служить вам? Вы? Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? Зачем я еду? Я... Вы знаете, я... Я... Потому еду, чтобы быть там, где вы. Я не могу иначе. Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал. Это дурно что ли, говорить? Я прошу вас, хороший человек, то забудьте, что вы сказали, как и я забуду. Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда. Довольно. Анна Аркадьевна. Ну, с Богом. Осторожнее, отправляемся. Позвольте.
Как видишь, нежный муж. Нежный, как-то другой год. Женить бы. Сгорал желанием увидеть тебя. Сережа, здоров. Ну, что вся награда за мою пылкость. Здорово, здорово. Ну, соскучился. Что, леди Иван? Без меня хранила огонь в нашем семейном очаге? Не могу разделить твои иронии, Аня. В сущности, у меня не так много друзей. Ты, государь, да леди Ивановна. Но у государя... Здрасте. Как ты понимаешь, без меня хлопот хватает. А леди Ивановна по-настоящему преданный. Да, да, преданный нам с тобой человек. Да, может быть. Оставил свою большую квартиру на Морской своему любимому приятелю и товарищу Петрицкому. Вот ты что! Надеюсь, что рад украшению твоему веселу, так же старый друг. Вы домой с дороги. Все, бегу. Я ухожу немедленно, если я вам не шаю. А дома там, где вы, баронесса. Вот вы, Петрицкий, никогда не говорите такие хорошенькие вещи. Да чего же? После обеда я скажу не хуже. Ой, да после обеда не будет заслуги. Идите, мойтесь. Ну, а ваша жена? Вы не привезли с собой жены? Мы вас здесь женили. Здесь на слуху вам княжны Щербатской. Нет, баронесса, я рожден цыганом и умру цыганом. Тем лучше. Тем лучше. А муж мне так и не хочет давать развод. Ну что же мне делать? Понимаете, такую глупость, что будто бы я ему не верна. Баронесса, а вы купите красивый нож и представьте ему горло. Вот так. Так вы советуете нож и горло? Непременно. И так, чтобы ручка была поближе к губам. Он поцелует вашу ручку. И все станет замечательно. Прощайте. Денег нет, ничего. Отец сказал, что не даст и не заплатит долгов. А кто хочет посадить? Полковой командир объявил, что если скандалы не прекратятся, надо будет выходить. Баронесса надоела. Как вы говорите. Но есть одна чудо прелесть. Я тебе покажу. Восточном стиле. Да!
Лора все-таки сошла с Милеевым и бросила Хердинова. Не может быть! Он все так же глуп и доволен? Ну, Бузулуков что? Бузулукова была история прелесть! Ведь его страсть балы! Он ни одного придворного бала не пропустил! Поехал он на большой бал в новой каске. Ты видел новые каски? Yeah. Ну, очень хороши и легче. Так вот, стоит он, ты слушаешь? Yeah. О, стоит он. Проходит великая княгиня с каким-то послом. И на его беду зашла у них речь о новых касках. Великая княгиня хотела показать новую каску. Ну, а тут наш голубчик стоит. Великая княгиня просит его подать себе каску. Он не дает. Что такое? Ему уже и мигают, кивают, хмурятся, подай. Не дает. Замер. Можете представить этот, посол уже хочет сам снять с него каску. Не дает. Он вырвал, подает великой княгине. Вот это новое, говорит великая княгиня. Поворачивает ее. Ему уже все представить оттуда. Вау! Груша! Конфеты! 2 фунта конфет! Это он набрал, голубчик! Это немножко нескромно, но так мило, что ужасно хочется рассказать. Я не буду называть фамилии. А мы будем угадывать, тем лучше. Ради бога угадывайте. Так, слушайте же. Едут два веселых молодых человека. Разумеется, офицера вашего великолепного полка. Быть может и так. И вот едут они на обед своему товарищу в самом веселом расположении духа. Слегка выпивший. Возможно, все, я там не был. И видят, как хорошенькая женщина обгоняет их на извозчике, оглядывается. И как им кажется, кивает им и смеется. Они, разумеется, припускают за ней, скачут. Простите меня. Я съезжала к графине Лиде. Хотела предупредить, что зачем-то не нравится. Здравствуйте, граф, рада вас видеть. Я рада. А правда, Васильева-младшая выходит за Тупова? Я слышала, это совсем решено. Я просто удивляюсь родителям. Говорят, что это явный брак по страсти. Увы. Я знаю счастливые браки только по рассудку. Да, но зато как часто счастье браков по рассудку разлетается, как пыль. Именно от того, что появляется та самая страсть, которую не признавали. Но часто брак по рассудку вы называете, когда оба уже перебесились. Все это как скарлатина, через которую нужно пройти. И что же? Когда нам нужно научиться прививать любовь искусственно. Как остро. Я была в молодости влюблена в дичка. Не знаю. Помогло ли мне это сделать? Нет, все-таки я думаю, если пишу так, как для того, чтобы узнать любовь, надо сперва обязательно ошибиться. И только уже потом поправиться. Даже после брака? А почему же? Никогда не поздно раскаяться. Вот именно нам. Надо обязательно ошибиться, а потом поправиться. Анна, а как вы об этом думаете? Я думаю, сколько голов, столько умов. А сколько сердец, столько и радуг любви. А я получила письмо из Москвы. Мне пишут, что Кити Щербатская совсем больна. Я хотела сказать вам, что вы дурно поступили. Дурно, очень дурно. Разве я не знаю, что я дурно поступил? Но кто тому причине, что я поступил именно так? А зачем вы говорите мне про это? Это только доказывает, что у вас нет сердца. Увы, то, о чем вы сейчас говорили... Это была только ошибка, а вовсе не любовь. Я же просила вас не произносить это слово. А вот и ваш муж.
ваш фулье в полном составе? Грации, музы. Оглядевшись по сторонам, Алексей Александрович ничего особенного и неприличного не нашел в том, что жена его сидела с Вронским у особого стола и о чем-то оживленно разговаривала. Но он заметил, что другим гостиной это казалось чем-то особенным и неприличным. Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа. Самые трансцендентные понятия становятся даже мне доступны, когда он говорит. Разумеется, никто не указывал этого. Алексей Александрович вдруг почувствовал, что ему тоже от чего-то стало так казаться. Приветствую. Аркадий, я еду домой? Я еду домой. Если угодно, мы можем поехать вместе. Благодарю вас. Но если можно, я бы хотела остаться ужинать. Да? Алексей Александрович, вы нас покидаете. Прощайте. Я никогда не знал и не знаю. И не могу дать вам его. Всего себя, свою любовь, это пожалуйста. Я уже не могу думать о вас, о себе отдельно. И, увы, я вынужден повториться, но я не вижу впереди возможности спокойствия ни для вас, ни для себя. Я вижу возможность отчаяния, несчастья. А еще вижу возможность счастья. Разве же оно невозможно? Прошу вас, никогда не повторяйте мне этих слов. И давайте с этой минуты будем просто добрыми друзьями. Друзьями мы не будем никогда, вы сами это знаете. Анна, а будем мы счастливыми или несчастными из людей, и все это тоже в вашей власти. Я прошу вас одного, прошу права надеяться, мучиться, как теперь. Но если этого нельзя, велите исчезнуть, я исчезну. Поехали! Нет, стой! Вы так мне ничего не сказали. Положим, я ничего и не хотел услышать. Я ничего не требую. Но вы, конечно, знаете, что не дружба мне нужна от вас. Мне возможно только одно счастье в жизни. Это слово, которого вы не любите. Да. Вы знаете это слово. Любовь. А я того не люблю этого слова. Что оно для меня слишком много означает. Простите, но оно означает для меня гораздо больше, чем вы можете понять. До свидания. До свидания. Анна! Пожалуйста! Вы слышите меня, Анна? Не меняйте. Я прошу вас, хотя бы не изменяйте ничего. Не изменяйте ничего. Оставьте все пока как есть. Анна! Ее взгляд, случайное прикосновение ее руки, по обыкновению прожгло Вронского. Он даже хотел поцеловать свою ладонь в том месте, где она тронула его. Граф Вронский был счастлив от того, что ощущал. В нынешний вечер он приблизился к достижению своей цели более чем когда-нибудь в последние времена. Thank you.
и отбросить. Не спи, спишь? Ты не в постели. Вот чудо. Пора, Алексей Александрович, спать. Поговорить с тобой. Я должен предостеречь тебя. Предостеречь? В чем? Я хочу тебя предостеречь в том, что несмотрительность и легкомыслие ты можешь подать повод в обществе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским обратил на себя внимание. Вот и всегда так. Тут я недоволен, что я скучаю. Тут я недоволен, что я веселюсь. Да, мне не скучно сегодня было. Неужели это тебя оскорбляет? Знаешь, я признаю верность чувствам оскорбителям, унизителям. Никогда не позволю себе руководить с этим чувством. Но есть известные законы, приличия, которые нельзя подступать безнаказанно. Ничего не я сказал, судя по тому впечатлению, которое было произведено на общество. Все заметили. Ты вела и держала себя совсем так, как можно было желать. Ну, я слушаю. Я даже с интересом слушаю. Потому что хотела бы понять, в чем дело. Анна, твои чувства. Это дело твоей совести. Но я обязан перед тобой, перед собой, перед Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связанная. Связана не людьми, а Богом. И разорвать эту связь может только преступление. И преступление этого рода влечет за собой тяжелую карму. Аня, ведь уже сказано, мне отмщение и ас восстал. Я не понимаю. Я не понимаю. Я ничего не понимаю. А, давай, не говори. Может быть, я ошибаюсь, но поверишь. Все то, что я говорю, я говорю столько за себя, сколько за тебя. Я не ошибаюсь. Сегодня, когда я пришла, я вдруг испытал себе чувство, какое бы испытал себе человек, спокойно прошедший на попусту мосту и вдруг удавшись, что дом может разобран. И что там пучина. Алексей Александрович, какая пучина? Какой мост? Я ничего не понимаю. Помоги, пожалуйста. Позволь, дай договорить мне. Я не говорю о себе. Главный лиц тут наш сын и ты сама. Очень может быть, тебе покажутся напрасными и неуместными мои слова. Может быть, они вызваны моим заблуждением. Но если есть хоть малейшее основание, то я тебя прошу подумать. Если сердце тебе говорит, высказать мне. Алексей Александрович, мне правда совершенно нечего тебе говорить. Поверь, мне совершенно нечего тебе сказать. Потом,
Пора спать. Александрович чувствовал, что стоит лицом к лицу перед чем-то нелогичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. Алексей Александрович стоял лицом к лицу перед жизнью, перед возможностью любви в его жене к кому-нибудь, кроме него. И это казалось ему очень бестолковым и непонятным. Потому что это и была сама жизнь. Акушмен, акушмен, акушмен.
То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания, то, что для Анны было невозможную, ужасную и тем более обворожительную мечтой счастья, это желание было удовлетворено. Анна. Анна. Я умоляю тебя. Успокойся. Ну, какой же он все-таки сукин сын? Ну, почему мне не сказать? Ну, я бы встретил, все приготовил, все устроил. Ну, Стивость, няня, ты-то где? Ну, как крикни там немедленно коляску мне. Да погоди, погоди, какую коляску? Ай, я же сам ее на станцию с почтой послал. Бог с ней, не надо никакую коляску. Не надо, а я и пешком... Пешком дойду, да тут идти-то два шага. Нет, ну ты представляешь, Долли, месяц рядом здесь, а я про то ничего не знаю. Ах, Стива, Стива, ну разве это возможно, а? Покушать, дай покушать, мама, не закрышь, дай-ка мне покушать. Дарья Александровна! Константин Дмитриевич! Ой, как наседка! Как же я вам рада! Рады, рады! А все-таки по-человечески не дали знать о приезде. Я бы встретил, приготовился, а так только полчаса от Стивы, как записку получил о том, что вы здесь. Здравствуйте, Константин Дмитриевич! Здравствуйте, Константин Дмитриевич! Здравствуйте! Здравствуйте, дети! От Стивы. Ну да, он пишет, что вы осенью перебрались сюда, и я подумал, если вы позволите, то мог бы чем-нибудь помочь. Да ну что вы, Константин Дмитриевич. Первое время действительно были какие-то трудности по мелочам, но теперь все прекрасно устроилось. И потом, знаете, не сегодня-завтра Китти приезжает сюда. Дети. Она пишет мне, что ничего так не желает, как спокойствие и уединение. Как ее здоровье? Ну, слава богу, она совсем поправилась. Да, я никогда и не верила, чтобы у нее была грудная болезнь. Я очень рад. Послушайте, Константин Дмитриевич, скажите мне по-дружески, ну за что вы сердитесь на Китти? Я на Китти? Нет. Я на Китти не сержусь. Нет, вы сердитесь. Дарья Александровна, я прямо удивлен, как вы при своей доброте не чувствуете этого. Вам просто как будто даже чуть-чуть не жаль меня, ведь вы все прекрасно знаете. Что я знаю? Прошлой зимой я делал Екатерине Александровне предложение и получил отказ. Ну, Мор, почему же думаете? Думаете, что я знаю? Об этом все знают. Я знаю только, что было что-то, ну что я никогда не могла узнать у Китти. Вы ешьте, про сливки не забывайте. Я видела только, что было что-то, что ужасно мучило ее. Она просила меня никогда об этом не говорить.
Ну что у вас действительно было зимой? Скажите мне. Эриксон, милая, прошу вас, давайте более никогда не будем говорить об этом. Если бы я вас так не любила, если бы я вас так не знала, как вас знаю, я только одно сегодня скажу вам на прощание, Константин Дмитриевич. Ведь вы понимаете, что я вам говорю о своей сестре, которую люблю чуть не меньше, чем своих детей. Я ведь вам не говорю, что наверняка знаю, что она любит вас. Я говорю только, что ее отказ в ту минуту вовсе никому ничего не доказывает. Ну что ж, голубушка. Спасибо вам на добром слове. Ну что? Кто со мной на берегу? Ну тогда побежали! Ну давайте! Оплачивали Дарье Александровне уже теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелки, что они незаметны были, как золото в песке. Но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото. Для него весь свет и смысл жизни. Это была она. Это была Кити. Она не выглянула больше. Звук рессор перестал быть слышен. Но еще слышны были бубенчики. Там, только в этой быстро удалявшейся карете, там только была возможность разрешения столь мучительно тяготившей его в последнее время загадки его жизни. Она возбуждена. Успокойся, мило, мило. Ну, так я на вас надеюсь. Все исправно, милорд. Все исправно. 6:30 на месте. А куда вы едете? Пошел. Первое дело, будьте спокойны перед ездой. Не будьте ни в духе. И самое главное, не расстраивайтесь! Анна Аркадьевна. Ань. Я послала гувернантку человека искать. Что делать? Положите холодную руку. Испугалась.
Простите меня, что я приехал, но я не могу вести тебя на ребенка. Что ж, простите, я так рада. О чем вы думали? Позору свое имя и сына. С своей государственной манерой, с ясностью и точностью, он скажет, что он не может отпустить меня. И что он примет все необходимые меры, чтобы остановить скандал. Это не человек, это машина. Злая машина. Когда его рассердить? Ну, она все-таки надо сказать ему. А уж потом руководствоваться тем, что он предпримет. Что ж бежать? А чего же не бежать? Я не вижу возможности продолжать это. Да. Бежать, чтобы стать вашей любовницей. Да, бежать, чтобы стать вашей любовницей, погубить все. А Сережа? Я не могу простить себе то, что ты несчастлива. Я несчастлива. Я как голодный человек, которому дали поесть. Да пусть ему холодно, пусть одежда порвана, но он несчастлив. Я не несчастна. Какое счастье? Когда? Мы не в час. До свидания. Ты ни о чем не беспокойся. Мы тебе еще возехать со мной. Тяни! Седьмой! Ну ты везунчик, Вронский! Браво, Вронский! Седьмой! Первое дело быть спокойным перед ездой. Не будьте не в духе и ничем не расстраиваться. Не бойтесь отпустить ее от начала вперед. Пусть будет все спокойно. Самое главное не упустить тот момент. Фру-фру очень резвый, очень резвый. Он догонит. Догонит. Давай! Давай! Не надо, давай! Не надо! Давай! Не торопитесь и помните одно. Не задерживайтесь у препятствий и не посылайте. Пусть она делает, как хочет. Хорошо, хорошо. Если можно видеть скачку, но не отчаивайтесь до последней минуты, даже если вы будете за. Здесь только блеск, что глаза не разбежались. Мое почтение, господа.
Здравствуйте. И все-таки я убежден, что в конечном итоге это мужественная бессмыслица, господа. Садиться! Кажется, начинается. Извините, господа. Ну что? Господа! Мое почтение. Княгиня! Пари! За кого вы держите? Мы с Анной за князя Кузовлева. А я за Вронского. Пара перчаток. Идет. Чтобы она ехала со мной. Вставай! Возьми! Ей конец! Ты сломала ей спину! Я не могу! Я сам! Предлагаю вам свою руку. Однако мы все склонны к этим жестоким зрелищам. Я вот замечаю... Что? Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче.
Что вы нашли неприличного? Тот чайник, который вы не умели скрыть при падении одного из звездаков. Я же просил вас держать себя в свете так, чтобы злые языки не смогли ничего сказать против вас. Может быть, я ошибаюсь. Я ошибаюсь. В таком случае прошу извинить меня. Нет. Нет. Вы не ошиблись. Я была, не могу не быть в отчаянии. Я люблю его. Я его любовница. Я слушаю вас о тумане. Я не могу переносить больше Петрова. Я боюсь. Я ненавижу вас. Делайте со мной все, что хотите. Все отложить. И никого не будем принимать. Слушаюсь. Решение мое следующее. Каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разрывать тех уз, которыми вы связаны властью свыше. Семья... Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного из супругов. Алексей Александрович, не верили ли дождать вас? Я же ясно распорядился. Все отложить, никого не принимать. Но графиня Лидия Ивановна очень просила сказать вам. Лидия Ивановна? Хорошо, проси. Графиня Лидия Ивановна, старинный друг дома Карениных, после несчастья, постигшего Каренина, взяла его под свое особенное покровительство. Она любила Каренина. Любила за него самого, за его высокую непонятную душу,
за его усталый взгляд, за его характер и мягкие белые руки с напухшими жилами. Я нарушила запрет, Жефов Селя Понсинь. Неужели вас уже добились? Друг мой, вы не должны отдаваться горю, ваше велико, но вы должны найти утешение. Я разбит и убит. Я уже не человек воли. Положение мое тем ужасно, что я не нахожу нигде. Само в себе я не нахожу точки опоры. Опора наша есть любовь, та, которую он завещал нам. Время его легко. Он поможет и поддержит вас. Я слабо не уничтожен. Я ничего не предвидел, тебе ничего не понимаю. Ничего. Без сердца, без чести, без религии. Спокойная женщина. Она не существует больше для меня. Я приходил все же найти не лучший выход из этого положения. В конце концов, не я первый, не я последний Итальяло, Полтавский, князь Карибанов, граф. Посходим. Дарьялов. Дрался на дуэли. Положим меня вызову на дуэль. Положим меня на участь. Поставь я рожбу в шерку. Тебе кажется, что я убил? Какой смысл имеет убийство человека для того, чтобы определить свое отношение к преступной жене? Как я вас понимаю? Если бы я могла взять на себя это тяжкое бремя. Что еще вероятнее, что убьют или ранят меня, наверное, еще бессмысленнее. А потом мои друзья не допустят меня до дуэли. Не допустят. Того, что в жизни государственного человека, нужного России, подвергался опасности. Тогда все-таки, может быть, не имеет смысла приступить в этом случае, как Карибанов, Паскудин, этот добрый драм. Стало быть, в этом случае не следовало разъехаться с женой, но этого невозможно. Я могу быть несчастлив. Но он и она просто не должны быть счастливы. Просто. Друг мой, вы не должны отдаваться этому чувству, о котором только что говорили. Нет. Выше. Выше. Нельзя стыдиться. Выше красоты христианина. Кто-то унизится и не унижает себя, тот возвысится. Вот. Вот я написал. Решение мое следующее. Каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разорвать тех уз, которыми мы связаны властью свыше. Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного из супругов. Это необходимо и для меня, и для вас, но прежде всего для нашего сына. Я вполне уверен, что вы уже раскаялись, и что вы будете содействовать мне в том, чтобы вырвать с корнем причину нашего раздора и забыть прошедшее. Мадам, ле кафе пре, а мадемуазель авек Серж вас аттон. Сережа? Что, Сережа? Il paraît que Serge a commis une faute. Il y avait des poches de l'impropre que le manche homme. Сережа, без разрешения съел персик? Вот косточка. Сережа!
Сереж, ты же понимаешь, что это дурно. Мама, я не... Это дурно, Сереж. Ну, ты так больше не будешь делать, да? Ступайте. Сереж. Ты ведь любишь меня, Сереж? Ступай к Мариетте. Пардон, но мне приказано привести ответ. Ответ? А какой здесь может быть ответ? Что я могу писать, думала Анна? Что я могу решить одна? Никому ответ. Чего я хочу? Что я люблю? Подождите. Она опять вдруг с ужасом почувствовала, что душа ее начинает двоиться. Подождите, пожалуйста. Мне необходимо вас видеть. Я буду у вас в 6 часов. Постарайтесь, чтобы дома никого не было. Алексей Александрович, я получила ваше письмо. Анна. Никого, мы одни. Вчера, возвращаясь, Алексей Александровичем, я объявила ему все. Я сказала, что я не могу быть его женой. И что? Я все сказала. Я тогда вышла, сама собой. Я понимаю. Я ведь тоже только одного желал, одного просил. Разорвать это немыслимое положение. Ты зачем говоришь мне это? Я что, могу в этом сомневаться? Если бы я хоть немного в этом сомневалась. Вот. Что пишет мне, прости? Теперь ты видишь, что это человек? Прости меня, но я только радуюсь всему, что произошло, и с ними, с нами. Потому что это не может оставаться так, как он предполагает. А чего же не может? Я просто надеюсь, что теперь ты оставишь его. Как мне оставить? А Сережа, ты что пишешь? Оставить сына? Я не хочу, не могу этого сделать. Но ради бога, что же лучше, оставить сына или продолжать это унизительное положение? Для кого унизительно? Для всех. И прежде всего для тебя. Это все слова. Они ничего не значат, они не имеют смысла. Ты пойми, с того момента, как я полюбила тебя, все в моей жизни переменилось. Я горда. Я горда тем, что я... Я горда. Ну, разве все-таки, Анна, невозможен развод? Я не знаю. Ты же видишь, я ничего не знаю. Я не знаю. Я знаю, что мне надо ехать и говорить с ним. Доложите. Доложите. Анна Аркадьевна. Как прикажете доложить? Доложите, что я прошу меня принять. Слушаюсь. Это вы? Прошу вас, садитесь, пожалуйста. Очень рад, что все завершено, вы наконец приехали. Я не буду нынче дома обедать. Мне сейчас надо ехать. Алексей Александрович,
Я преступная. Я тоже женщина. Но я вся та же. Вернее, даже я все то же, что и была. Я приехала сказать вам, что, к сожалению, я уже ничего не могу в нашей жизни переменить. А я вас не спрашивал об этом. Я именно так и предполагал. Как я говорил вам, писал, я и теперь повторю. Я вовсе не обязан это знать. Не все жены так добры, как вы. Чтобы так спешить сообщать столь приятное известие мужьям. Но я игнорирую все эти сведения до тех пор, пока имя мое публично не опозорено. Но в том случае, если вы все-таки скомпрометируете меня перед светом, естественно, вы должны это понимать. Я должен буду, я просто обязан буду принять те меры, чтобы надежно хранить свою честь. Позвольте. Вы же верно понимаете, что наши отношения не могут быть такими, как всегда. Я не могу быть вашей женой. Должно быть. Тот род жизни, который вы избрали, необратимым образом отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю. Нет, я уважаю прошедшее ваше. Презираю настоящее. Впрочем, все-таки не понимая, как иметь столько независимости, как вы, объявляя мужу прямо свою неверность, не находя в этом ничего предосудительного. Как кажется, вы находите предосудительным исполнять обязанности жены. Ну, Алексей Александрович, поясните, что же вам теперь от меня нужно? Немного. Во-первых, мне нужно, чтобы я не встречал здесь этого человека. И чтобы вы публично вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас. Согласитесь, это совсем немного. За эти пустяки вы будете продолжать пользоваться всеми благами честной жены, не исполняя никаких ее обязанностей. Вот все, что я имею вам сказать. Теперь к прискорбию. Я должен закончить наш разговор. Мне жаль, но время ехать. Что с вами? Казалось, что кругом уже были сумерки. Он проснулся в этой сумеречной темноте, дрожа от страха. Что такое? Что такое? Да, маленький мужик, грязный, со взъерошенной бородой, что-то делал, нагнувшись, и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне. Но отчего же это было так ужасно? Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас холодом пробежал по его спине. Я больная и несчастна. Я не могу выезжать, я не могу и не видеть вас. Приезжайте вечером. Алексей Александрович едет на совет. Анна.
А где ты встретил Алексея Саныча? Он поздоровался с тобой? Так? Вот так. Нет, я решительно не понимаю его. Если бы после твоего объяснения на даче он разорвал с тобой. Если бы он вызвал меня на дуэль. Этого я не понимаю, как он может переносить такое положение. При этом он страдает, это видно. Кто страдает? Он? Он. Ты с ума сошел? Он совершенно доволен. Да разве я не знаю эту ложь, которая у нас будет пропита? Если бы он чувствовал хоть что-нибудь, разве он жил со мной так, как он живет? Это не человек, мужчина, это не мужчина. Это кукла. Да если бы я была на месте, я бы давно убила меня. Я разорвала бы на куски такую жену, как я. А не говорила бы Маше Анна. Нет, Алексей. Это не человек. Это министерская машина. Расскажи мне, что ты делал? Что с тобой? Что такое эта болезнь? Что сказал доктор? Я понял, что это болезнь твоего положения. И когда это будет? Скоро. Ты вот говорил, Алексей, что наше положение мучительное, надо бы развязать его. Но это будет скоро, оно не так, как мы думали. Я не хотела говорить тебе. Но ты заставил меня. Скоро все развяжется. Мы все успокоимся, мы не будем больше мучиться. Ты знаешь, я ведь не переживу этого. Ты не перебивай меня, пожалуйста. Я это знаю. И знаю наверняка. Я умру. И знаешь, я очень рада, что я умру. Избавлю себя и вас. Да это лучше. Это только одно. Всего одно, что нам осталось. Что ты за вздор ты говоришь? Да нет, Алексей, это правда. Я обязательно умру. Не в поезде. Встретился мужик. Маленький. Он ногой глотал. Так вот он сказал. Родами умрете, матушка. Что с тобой, Ан? Неужели ты шевельнулась? Что вам угодно? Я имею дело до адвоката. Адвокат занят. Не может ли он найти время? У него нет времени. Он всегда занят. Извольте подождать. Так не подружиться и подать мою карточку. Прежде чем говорить о моем деле, я должен заметить, что дело, о котором я имею честь говорить с вами, должно быть тайной. Я не был бы адвокатом, если бы не умел сохранять тайны, веренные мне. Вы знаете мою фамилию? Конечно, я знаю вашу фамилию, знаю вас. И вашу весьма полезную для России деятельность, как и всякий русский. Я имею несчастье быть обманутым мужем и желаю законно разорвать отношения с женой. То есть развестись. Но при том так, чтобы сын не оставался с матерью. Я должен предупредить вас, что рискую злоупотребить вашим вниманием. Я приехал только предварительно посоветоваться с вами. Я желаю развода. Но для меня важны очень те формы, при которых он возможен. Развод. По нашим законам возможен, как вам известно, в следующих случаях. Физические недостатки супругов. Затем пятилетняя безвестная отлучка. И затем прелюбодеяние. Физических недостатков нет, как я могу понимать? Ну, а также и безвестного отсутствия. Самое обычное, простое и разумное, я считаю, это прелюбодеяние по взаимному соглашению. Люди не могут более жить вместе, вот факт.
Если оба в этом согласны, то подробности и формальности становятся безразличны. Тут только один случай возможен. Увлечение невольное, подтвержденное письмами, которые... А хотелось бы, чтобы эти письма уже были у вас на руках. Кто хочет результата, тот допускает и средства. Ну, я сообщу вам свое решение письмами. Когда я могу рассчитывать получить от вас известие? Через неделю. Всего доброго. Письма вашего Львова. Я сказал вам, что я не позволю вам принимать любовника у себя. Мне нужно увидеть то, что... Я не хочу подробности о том, чего женщине нужно иметь любовника. Неужели вы не чувствуете? Мне стыдно, Алексей, оскорблять. Оскорблять можно честного человека, честную женщину. Сказать вору, что он вор. Надо со мной это так. Это же подлость, если хотите знать. Подлость. Это то, что бросить мужа, сына для любовника. Подлость. Да вы не можете понимать моего положения. Зачем? Зачем вы говорите мне? Нет. Зачем? Чтобы вы знали. Что так как вы не исполнили моей воли относительно самолей ключи, я приму меры, чтобы это положение кончилось. Успокойтесь, Алексей Александрович. Скоро оно кончится и так. Оно кончится скорее, чем вы придумали со своим любовником. Что нужно? Удовлетворение? Шлоты и страсти? Невозможно! Да невозможно, ты жрач. Вы только себя помните. Страдание человека, которому был вашим мужем, неинтересный. А все равно, что жизнь его рушится, что он Алло, Алексей Александрович, миленький. Алексей Александрович. Господи. Перестрадал. Я пришел сказать вам, что я завтра уезжаю жить в Москву. Не вернусь более в этот дом. И вы будете иметь известие о моем решении через адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре. Что вы мелите, Алексей Александрович? Послушайте себя. Вам что нужен Сережа, чтобы сделать? Мне больно. Вы не любите его. Оставьте его мне. Я все-таки заберу вас. Прощайте. Алексей Александрович! Оставьте мне Сережу! Алексей Александрович! Более ничего не имею сказать. Оставьте мне Сережу. Оставьте мне его, думаю. Я скоро рожу. Никто, кроме самых близких людей к Алексею Александровичу, не знал, что этот, с виду самый холодный и рассудительный человек, имел одну противоречившую общему складу его характера слабость.
Алексей Александрович, Алексей Александрович не мог равнодушно слышать и видеть уже через слезы ребенка в Москве с важным государственным заданием. Вид слез приводил его в растерянное состояние, и он терял совершенно способность. Тем не менее, Алексей Александрович нашел в себе силы и уже через неделю был в Москве по делам чрезвычайной государственной важности. Ай-яй-яй! Вот не встретить вчера. Случайно, а? Ты бы не пришел, а? Пришел. И что проще сказать? Послать сказать, что, мол, я в Москве. Давно. Как я рад тебя видеть. Я очень занят был. Я тоже рад вас видеть. Так, Анна, благодарю вас. Я на здорово. Да. Хорошо, что пришел. На Ленин приехал. За границу. Леха приехал, сразу тебя завалил. Я должен сказать вам здесь и сейчас, что я не могу у вас впредь бывать, потому что те родственные отношения, которые были между нами, должны прекратиться. Дети. Так, почему? Потому что я начинаю дело развода с вашей сестрой, моей женой. Как? Это как? Алексей Александрович, побойся Бога, что ты говоришь? Да, я поставлю тяжелую необходимость. Именно требуется развода. Алексей Александрович, я знаю тебя. Знаю тебя. Отлично, справедливого человека. Я знаю Анну. Извини, за прекрасную, отличную женщину. Извини меня, я не могу верить. Извини меня, я не могу верить этому. Тут наверняка есть какое-то недоразумение. Я бы сейчас одно только сделал. Я умоляю тебя, сделай, да. Поговори. Поговори с моей, женой. Она... Она так любит, Анну, как сестру. Как сестру. Она так любит тебя. И она просто, замечательная женщина. Екатерина Александровна. Как давно мы не виделись. Вот вы меня не видели, а я вас видел. Я видел вас однажды, чудным августовским вечером, когда вы возвращались с железной дороги в Егорушево. Разве? Это когда же? Катенька, прости, я украду его на минуту. Я тебя познакомлю с Карениным. Алексей Александрович, позвольте представить. Дмитрий Левин. Мой друг. Почти что брат. Немецкий житель. Занимается гимнастикой. Самсон. Надо иметь большую физическую силу для охоты на медведей. Никакой тут силы не нужно. Напротив, любой ребенок может убить медведя. Да. Этот сыр совсем не дарен. А вы убили медведя, не говорили? Разве у вас в имении есть медведи? Дивный августовский вечер. И вдруг карета. Вижу. И в окне кареты сидите. Я вижу вас. И обеими руками. Вы сидите вот так, завязки, держа обеими руками завязки чепчика, и о чем-то ужасно задумались. Как бы я хотел знать, о чем вы тогда, думали. Алексей Александрович, вы меня простите. Я, конечно понимаю, что... Может, не имею никакого права спрашивать. Прошу вас, садитесь.
Но я умоляю, скажите, что такое между вами и Анной? В чем вы обвиняете ее? Ну, я полагаю, что ваш муж все-таки увидел эти причины, в связи с которыми, считаю, нужно изменить свои прежние отношения. Но я не верю. Я не верю. Я не могу этому верить. А что она сделала? Анна? Презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что сделала Анна. Алексей Александрович, ради бога, вы ошибаетесь. Да нет, весьма трудно ошибаться, когда жена сын объявляет этому мужу, объявляет, что все 8 лет жизни и сын все был ошибка. И что она хочет начать жить сначала. Извините. Но Анна и порог... Я не могу этого соединить. Да, Лариса. Когда я тоже ждал, что сомнение было еще возможно, когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем тебе. Когда я сомневался, то мне все-таки терпелось надежда, а теперь это нет. И это моя надежда. И все-таки я сомневаюсь во всем. Мама! Мама! Мамочка! Серёжа! Серёжа, сыночек! Сыночка, как же я по тебе соскучилась! Ну как ты? Я вот ненавижу сына. Страшно в этом признаться. Я иногда не верю, что это мой сын. Я очень несчастлив. Я решился на последнюю меру, развод. Больше нечего делать. Тут и ужасно в этом роде горе, что нельзя, как во всяком другом, в потере, смерти, одиноко и спокойно вести в свой крест. Нужно действовать. Нужно выйти из этого унизительного положения, которое поставлено. Нельзя жить втроем. Я понимаю. Я это очень понимаю. Но вы христианин, Алексей Александрович. Подумайте об этом. Простите, я не могу. Я не хочу. Считай несправедливым. Я для этой женщины сделал все. Я настоптал все в грязь. Я не злой человек, я никогда никого не ненавидел. Но я ненавижу всеми силами души. Любите ненавидящих вас. Любите ненавидящих вас. Любить тех, кого ненавидишь, нельзя. Нельзя. Прости, что вас расстроил. Кажется, своего глаз достаточно. Прости. Я думал, вы меня карьере ведете. Вот чего не достает мне в деревне этой музыки. Да нет, я шла сюда только за тем, чтобы вас вызвать, и благодарю, что вы пришли. А я уже тут все сукно исчертила. А я, между прочим, давно хотел спросить вас одну вещь. Ну, пожалуйста, и спросите. Я поняла. Какое это слово? Это слово значит «никогда». Но это неправда. Только тогда
простить, что было. Это то, чего бы я желала. Мне нечего забывать и прощать. Я никогда не переставал любить вас. Нет, ну я поняла. Хотели бы вы, в которой из 100 было 99 шансов, что дело кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полночи больная лежала без чувств и почти без пульса. Здоровье? Очень плохо. Кто там? Доктор. Акушерка и граф Уранский. Только об вас. Только об вас. Она умирает. Доктора сказали, надежды нет. Впрочем, весь в вашей власти. Но по
позвольте мне быть тут. Впрочем, я в вашей воле. Ну дайте же, дайте же кто-нибудь иду скорее! Да-да-да-да. Ну что, Алексей? Ну что, Алексей? Я говорю про Алексея Александровича. Боже мой, какая странная судьба. А почему у Алексея? Он приедет, и вы будете более ее видеть. Анна Аркадьевна, он приехал. Алексей Александрович! Да не Алексей Александрович. Это вздор какой-то. Дайте же мне ее. Девочку дайте. Вы говорите, что он не простит, что не знаете его. Никто не знал. Одна я этого не тяжело бы. Его глаза надо знать. Такие же у Сережи. Я их от того видеть не могу. А давали Сереже обедать? Я ведь знаю, что все забыли. А он ведь не забыл. Он забыл. Алексей, подойди ко мне. Подойди ко мне. Подойди ко мне. Я от того тороплюсь, что мне некогда. Я вырву скоро. Сейчас начнется жара, я уже ничего не пойму. Ты же не знаешь, я хотела сказать тебе, что я все та же. Только мама есть другая, я боюсь ее. Это она любит того. Я хотела возненавидеть тебя, но не смогла забыть ту прежнюю, которая была раньше. Да, не я. Теперь я настоящая. Я все. Теперь я умираю. Я умру, я знаю. Мне это только нужно. Прости меня. Прости совсем. Нет. Ты не можешь простить. Я знаю, ты нельзя простить. Нет. Нет, уйди. Уйди, ты слишком хорош. Все. Прощайте. Прощайте все. Помни одно. Мне нужно было только одно твое прощение. Больше ничего мне не нужно. А что же он не идет? Я знаю, что он здесь. Алексей! Алексей, пойди сюда! Алексей! Подойди. Дай ему руку. Открой лицо. Открой. Открой лицо, смотри на него. Он святой. Да, открой же лицо. Алексей Александрович. Алексей Александрович, откройте ему лицо, я хочу видеть его. Алексей Александрович, подай ему руку. Простите его. Вот теперь, слава Богу. Вот так. Вот так. Вот так, слава Богу. Я прошу вас, прошу.
выслушать меня. Знаешь, что я решился на развод? Так же носил это дело. Признайся вам, что я мучился. Желание мстить вам и ей преследовал меня. Скажу больше. Я же желал ее смерти. Вот я увидел ее и попросил. Счастье, прощение открыло всю мою обязанность. Я ее простил совершенно. Вот такое мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь и сделать это смешищем света. Я не покину его. И никогда слова упрека не скажу вам. Мои обязанности ясно очертаны для меня. Я должен быть с ней до конца. Я буду. Если она вдруг пожелает вас видеть, я вам дам знать. Но теперь, я полагаю, она удалится.